Добавление туриста без места. Для начала заходим в заявку. И первое, что мы делаем, заходим в историю заявки. Проверяем, нет ли статуса «Отправлено поставщику». Если такого статуса нет, то изменения мы делать можем самостоятельно. Если вы увидите статус «Отправлено поставщику», то все изменения делаются только через электронную почту. В данном случае статуса такого нет, поэтому мы вносим туриста без места. Заходим в проживание, нажимаем «Действия», «Редактировать список туристов». Увеличиваем количество туристов до 3 человек. Вносим данные нашего туриста без места. Обязательно, если это турист без места, мы должны внести дату рождения, так как наша система должна опознать в нем ребенка. Итак, все внесено. Нажимаем «Ок». И нажимаем «Добавить туриста без места». Все мы сделали. Соответственно, после каждого изменения мы не забываем нажимать синюю дискету. Окей. Готово.